Осторожно, маршрутка. Только с начала года водители общественного транспорта совершили 7 тысяч нарушений и фактически погубили 6 человек. Чтобы исправить статистику, инспекторы ГИБДД сели шофером на хвост. Ведут негласный контроль под видом пассажиров и соседей по дороге. Так говорят, легче понять, почему водители маршруток в упор не видят красный свет. Игорь Бонгин продолжит. Поворот заблаговременно. Вот получается 10:50 Краснолесье до Генина. Движение с открытыми дверями. Да. Значит, 10:57 парни на 4. Движение с открытыми дверями. Этих нарушений хватило бы на десятерых. За один рейс водитель заработал штрафов на несколько тысяч рублей. Учет вели инспекторы, один из которых ехал следом за маршруткой, а другой в салоне. Такие нарушения, как правила маневрирования, правила использования световых и звуковых сигналов и приборов. Также был зафиксирован факт разговора по мобильному телефону. Выходя в рейс, водители и не подозревают, что за ними следит большой брат. Основные нарушения – это проезд на красный сигнал светофора, остановка не по правилам и выезд на встречку. Следуя за одной маршруткой, инспекторы фиксируют на камеру до 10 нарушений. Кажется, что многим шоферам правила перевозки пассажиров не писаны. Только за этот год Свердловская ГИБДД зафиксировала 7 тысяч нарушений. В 6 случаях погибли люди. В Екатеринбурге антирейтинг возглавляют водители автобусов, что ездят через Уралмаш и Академический. В этом случае применяется административная ответственность как к водителю, так и к должностному лицу. Выявляем мы технически неисправные транспортные средства. Опять же, здесь применяется ответственность как к должностному лицу, так и к водителю. Плюс ко всему мы выдаем представление об устранении нарушения законодательства. Чтобы не разориться на оплате штрафов, добросовестные перевозчики сами приглядывают за рулевыми. Сейчас ее данные, вот она едет 42 км в час. Вот улица Бакинских комиссаров, местоположение дом 167. Перед глазами у диспетчера 100 маршруток, курсирующих сейчас по городу. На мониторе хорошо видно, кто отстает, а кто гонит. Система ГЛОНАСС и превышение скорости замечает, и остановки не по правилам. Скорость движения, она фиксируется, с какой движением, скоростью он двигается, тогда это само собой. На каких остановках он останавливается, какие вдруг остановки он проехал. Ну, всякое же бывает. Поэтому это все видно в онлайн. Следить за тем, чтобы водители ездили по правилам, могут и сами пассажиры. Горожанам советуют снимать нарушения на видео или регистраторы и отправлять записи в ГАИ и перевозчикам. Телефоны диспетчеров должны быть в каждом салоне. Но зачастую одно лишь предупреждение о жалобе заставляет лихача остепениться. Игорь Бонгин, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга.